Примерно 3500 напоминаний в ближайшее время получат собственники роскошной недвижимости, которые в общей сложности за 5 лет недоплатили в казну государства 2 миллиона евро. Больше всего напоминаний получат те, кто владел дорогой недвижимостью в 2016 году. Они должны были представить декларации налога на недвижимость еще до 15 декабря прошлого года, говорит заместитель директора Департамента налоговых обязательств Виргиния Генявичиня, напоминая, что пару лет назад было изменено и снижено налогообложение дорогостоящей недвижимости. За 2015 год и более поздние периоды налог на недвижимость подсчитывался путем применения индивидуальной необлагаемой налогом стоимости в размере 220 тысяч евро каждому жителю, владеющему дорогостой недвижимостью. Каждый человек платит только за недвижимость, которая по праву собственности принадлежит ему, а не семье, пояснили в налоговой.